Встреча проходила в режиме «Вопрос-ответ». Пообщаться с актерами и олимпийскими чемпионами пришли ученики 4 школ Десногорска. Они задавали вопросы как о съемках в фильмах, так и интересовались взглядами актеров на жизнь в целом. Я человек, который в этот фильм попал в первую очередь, наверное, из спорта. То есть я человек, который 15 лет играет в баскетбол. И я единственный не актер в этом фильме, изначально профессиональный. И для меня, когда однажды режиссер мне предложил сделать пробы и сыграть роль Алжана Жумухамедова, для меня это было огромное счастье и такое, знаете, сказка, в которую очень сложно поверить, потому что никому не верится, что можно стать вот так вот раз и попасть в кино, и потом оказывается, что это такой большой фильм, и он всем очень нравится, и его все очень любят. Твое впечатление от этой передачи, она не только тяжелая по исполнению технически, она еще и символическая передача? Да просто я на себе осознал, что это просто нереально. Просто сделать нереально. Не то чтобы там, к этому просто, правильно говорит Иван Иванович, подготовиться к этому нереально. Это просто какое-то, видимо, судьбоносное какое-то событие, и мы снимали эту передачу, просто было сутки, целая смена, как я целый день кидал мячик через всю площадку. Дорогая Елена, скажите, какие чувства вы испытываете перед игрой? Я мандраж, знаешь. Такая мандражистка, а потом тренер как посмотрит, как скажет, сразу рукой, мандраж рукой снимает. Главное в этот момент слушать тренера, что он говорит. Не отвлекаться на мальчиков, не отвлекаться на трибуны. У тебя есть ровно 20 минут разминки перед игрой. Ты должна подготовиться. И 40 минут, за которые ты должна выиграть матч. Ты можешь потерпеть? Вот это время 20 плюс 40, 60 минут. Можешь потерпеть? Да. Молодец. Значит, ты добьешься победы и успехов. Да, главное себя перебороть. Встреча получилась очень теплой, а общение актеров с аудиторией – глубоким и искренним. Мне очень понравилась эта встреча, потому что это незабываемые эмоции. Пообщаться с актерами, и настоящими спортсменами – это большая честь для меня лично и, я считаю, для всего нашего города, потому что в нашем городе очень популярен баскетбол.